Astronomers have found the first direct evidence that massive black holes. На этом снимке южное сверхглубокое поле Чандры. Снимок сделан с экспозиции в 4 миллиона секунд и является самым глубоким рентгеновским снимком неба. Сам этот участок находится в южном созвездии Печь. Большинство источников на снимке — это быстро растущие сверхмассивные черные дыры, некоторые из которых мы видим в то время, когда Вселенной было всего менее 950 миллионов лет.